Утро выходного дня должно начинаться с зарядки на открытом воздухе, считают фитнес-инструкторы. В сквере у цирка они провели часовую тренировку со всеми желающими – профессиональными спортсменами, любителями здорового образа жизни и прохожими. Начала фитнес-разминку тренер Катя Серегина. Мне понравилось, довольно-таки положительные эмоции. Первый раз работаю на улице, где так много людей. Я в восторге. Зачем? Для укрепления здорового образа жизни. Он необходим нам. Повседневный образ жизни, он довольно-таки скучный и медленный у всех. А здесь мы двигаемся, мы выбрасываем свою энергию, помогаем себе расслабиться. Фитнесу все возрасты покорны, рассказывает Катя. К ней на тренировки приходят и школьники, и пенсионеры. Даже на этой разминке активнее всего вели себя женщины из клуба эстетической гимнастики «Элегия». На тренировку они дисциплинированно пришли в одинаковой форме. Мы считаем, что как раз в пенсии жизнь начинается в новых красках. То есть мы нашли себя в этом увлечении. Многие из нас когда-то занимались художественной гимнастикой, спортивной гимнастикой, вообще были в спорте, лыжами. В нашем клубе есть мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, разрядники и просто люди, любящие спорт. Сначала кардиоупражнения, бег и прыжки, затем выпады и приседы, следом растяжка. Такие комплексы несложные даже для людей, далеких от спорта. Не так рано нас собрали, то есть мы уже успели и позавтракать, и опять же дома сделать упражнения, и прийти сюда со всем городом позаниматься спортом. Здесь весело, много народа, хорошие тренера, то есть мы просто за компанию. Заряд бодрости после тренировки огромный, рассказывают участники фитнес-разминки. Должно хватить на всю неделю. Чтобы каждый день чувствовать себя на отлично, делятся профессиональным секретом инструкторы, необходимо по утрам делать зарядку. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.